опозданием и недоделками. Год назад город принял благоустройство левого берега Сатиса. Разрушенные кромки дорожек, засохшие деревья, потрескавшиеся бетонные основания опор освещения. Все эти недостатки были видны невооруженным глазом и нашли отражение в отчетах контрольно-счетной палаты. Многие недочеты уже устранены. По остальным УКС Сарова ведет претензионную работу с подрядчиком ООО «Причал». На сегодняшний день обочина укреплена велодорожек щебнем площадью 265 метров, что заактировано, и имеются фотоматериалы. В рамках гарантийных обязательств проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия. Оно тоже, значит, поправлено. Восстановлены все бетонные основания металлических столбов. Проверяли качество работ на набережной Сатиса сразу две контрольно-счетные палаты – городская и областная. Территорию благоустраивали в рамках федерального проекта на средства трех бюджетов. Общая стоимость работ – более 30 миллионов рублей. Нарушения установили на сумму более 15 миллионов. Сюда вошли и ненадлежащее оформление документов, и срыв сроков, и неэффективное использование бюджетных средств. Подрядчик оштрафован. Наказали и саму компанию почти на 100 тысяч рублей, и ее директора. Подрядчик был, к сожалению, достаточно нерадивый. Я, насколько знаю, что по линии прокуратуры конкретно физлицу директору выписан штраф 800 тысяч рублей. Сейчас УКС написала подрядчику претензию, которая касается засохших деревьев. Если исполнитель не высадит новые саженцы, заказчик будет вправе обратиться в суд и выбрать другого подрядчика. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.